Так, сори. Слышишь, какой тут бас добавленный? Да, вот эту игру будет потяжелее, мне кажется. Ну, в плане, она проще, чем Ниндзя Гайден, но из-за крестика, тут крестик очень важен, будет тяжеловато местами. Sunsoft. Давай жизнью. Падать будем все равно много. Как я говорил. Я вообще эту игру люблю. Только вот то, что тут диагонали очень сильно юзаются, это немножко напрягает. Враги еще такие резкие, как сами знаете что. Не, мне попадалось, причем даже не один раз. Но всегда японская версия. Всегда. Почему-то. Может быть, кроме японской ничего и не ходило у нас. Сердечко. Беги-беги-беги. Эй. Первый босяцкий должен быть сейчас. Пынь-пынь. А, не, первый босс будет позже, точно. Заставки здесь, конечно, очень хорошие. Добрый.
да? Усилок. Да вы издеваетесь. Бешеные мыши. Вообще, кстати, эта игра, наверное, одна из лучших по фильмам на Фамике. Хорошие катсцены, сама игра хорошая. Робокоп 3, кстати, неплохо был сделан, в принципе. В плане геймплея, прорисовок. Но мне кажется, эта игра получше получилась. Остальные либо не по фильмам, сильно далеко, либо сами игры так себе. А здесь как бы все нормально. Даже музыка. На второе место я бы, наверное, Ghostbusters поставил, которые японские, новые, вторые, с чибиками. Небо здоровья. Или жизнь. Здоровье. Можно сказать одно и то же. В данном случае. Good. Босс первый.
Ух. Скрепочка. Теперь начинаются настоящие веселые уровни. С подлянками. Бешеными платформами. Шарик. Достает. Как раз там, где мой крестик меня подводит. Ух. Так, блин, конвейеры Джимми. Второй босс. И последнее оружие. Хотя нет, подожди. Это не последнее оружие. Еще одно будет. Mm-hmm.
Бля, надо было жизнь брать. 4 уже максимум. Я думал, 5 можно сердечек. Тут запамятовал. Ладно. Пока я иду лучше, чем ожидал. Поэтому... не страшно. Ну давай, хоть беситься. Где-то тут подстава будет. Зацепила. Блин. Очень скоростной конвейер в конце был. Ну, вот теперь последнее оружие и последний уровень. Самый, понятное дело, геморный. По прыжкам. Зато оружие мощное. Thank you.
Да, блин. Ну, конечно же, жизнь. Да уж. Я вам Лордж Гремлинс. Ту. Энд босс. Бест босс. Спайдер. Квин. Кис лайк Дейдрана. Баткул. Фая. Бёрн. Did we see one lurch? Yesterday I beat Deidrana. Whoop her ass. Yeah. It's probably best game that's based on movie for Famicom. Any 8-bit system. This game also New Ghostbusters 2, Robocop 3, and kinda Terminator 2 not so bad. Others usually sucks. I see. Yeah. Last sector very fun. They really changed the pace of the game because they different from all you see. And it's fun. Definitely fun. Sunsoft. Yeah. Еще одну игру прошел.